Дорога в Голливуд у каждого, она своя. Кто-то родился в звездном семействе, кому-то помогли связи, а кто-то был замечен в каком-нибудь ресторане Лос-Анджелеса именитым режиссером, работая официантом. Но больше всего разговоров всегда вызывал самый пикантный способ попадания на звездный Олимп. Эта скульптура постели, через которую проходит дорога в Голливуд, была установлена в 2001 году. Шутки о том, что именно через это место лежит путь на фабрику грез, ходили давно, и памятник кровати был излюбленным местом туристов на бульваре. Но этой осенью, после громких скандалов о домогательствах в Голливуде, кровать исчезла. Арман уже 8 лет работает гидом на Голливудском бульваре. Ту кровать для кастингов, как называли скульптуру местные, он даже до этой шумихи показывал не всем туристам. Я не всегда рассказывал про нее и до того, как ее убрали. Я очень избирательный. Все зависит от того, кому я рассказываю. Сейчас люди очень ранимы, но реакция разная. Кто-то был в шоке. Некоторые люди думают, что Голливуд безупречный и чистый. Нельзя так сказать, что он весь грязный, но там много подводных камней. И когда мы говорим про кровать, это как убивать иллюзии для некоторых людей. Но в то же время это была такая шутка. Больше не смешно, решили представители бульвара и спрятали кровать. От комментариев они теперь отказываются, как и не дают разрешения на съемки. Это видео снято на камеру мобильного телефона. Разговоры вокруг исчезнувшей кровати усиливаются. Некоторые считают, что скульптура – это искусство, а его не запретишь. Я не считаю, что это было совсем верным убрать скульптуру. Искусство есть искусство. Это Голливуд, тут много всего сумасшедшего. Я думаю, одна кровать не может олицетворять весь этот скандал с домогательствами. Вообще не имеет значения, есть она там или ее нет. Но для таких, как Рошель Флорант, пытающийся пробиться в Голливуд, шутки о закулисных интригах фабрики грез вовсе не кажутся забавными. Меня это расстраивает. Люди должны быть бдительны к сексуальным домогательствам. Это происходит. К сожалению, у меня был опыт в индустрии Голливуда, и я не пожелаю никому этого. Вернут ли кровать на место и где она сейчас? Ответ на этот вопрос пока так и повис в воздухе. Тем временем откровения о домогательствах теперь уже не только в Голливуде. Сотрясают новостные ленты практически каждый день. Мир замер. Кто же будет следующий? Ангелина Багдасарян, Вазген Варшабетян. Настоящее время. Америка. Лос-Анджелес.